Ну, приехали. Приехали на одну пасеку, одну из пасек самого большого пчеловода по килограммам с юга, по весу, да. Ну, а как зовут пчеловода? Иван Златов. Ага. Он с Григорием Скутар, они очень ярые сторонники из Карпат. Карпатчики. Да, они карпатчики самые ярые. Тут совсем другая система, да. Полностью. И, смотри, какие подставки, да? Сразу же обратим. Это подставка-ручка. Это и ручка, и сразу же подставка. Взял и понес. Да, да. Ты понял? Я первый раз тоже такой. Это прикольно, да. Тоже у нас такого нету. Кормушка, Денис, смотри, какая. А что это за кормушка? Ну, это румыны делают. А подожди, сколько? Десятирамочник? Да, десятирамочник. Просто это, десятирамочник. Дадан, правильно? Да, да. Ну, видишь, он как бы вот он начал себя так зимовать на одном корпусе. Мы это делали и опять вернулись назад на два корпуса зимовать. Ага. Вот оно что значит. Из нашей практики оно самый нормальный вариант вот этот зимовка. Но забирать корпуса сейчас. Да, а забрать это корпуса... Тоже F15, F0, F016. Что за карпатка такая рыжая? Денис, это не твоя матка здесь? Ну есть. Есть желтизна. Здесь буква. Денис, здесь бахта. Хозяин. Идем за хозяином. Хозяин, нам сказали, что вы заядлый карпатчик. Показывает карника. А, есть и карника? Да. А, о. Пока не стоит. Это щепинница, а что за щепинница? Ну, короче, тоже. А что за... Это ваши кормушки? Ну, я имею в виду... Не мои, а пчелы. Не, на чье производство? А, Румыния. Румыния. У вас и карпатка, и карника. Да. А это ж подставки и ручки сразу же, правильно? На уле. Вот сами такие. Это вторая. Сережка, да? Вот она. Ну, кучево такое. Да, не внизу. Крыша у вас. Ага. У вас все такие крыши? Да. USB. Молдавский. Оп, и все. Ну, это только... Просто и надежно. Надо и Молдавия. Это если бы я не сидел, а так и карника. Карника, да. Карника. Михайлович, то моя матка. Да? Ну, уже она не моя. Вот это тут было? Да, да. И там все. Да. Буква. Я пошел, видите, маленький. Да есть еще на пчелы. А ты нагинаешься все время, что ли? А? Айди ласочи? Да, да. Это брутовские рамки у вас? Нет. Да. Подрамочная маленькая, да? Да, для подушки. Да. Видишь, что тут получается? Да, ребята, это, наверное, мертвый. Это, наверное, умер. А я был вчера, посмотрел, он мертвый был. Живой? Вчера был мертвый. А, живой, мэн. Еще живой, да? Рамки новые. Ну, что ты хочешь? Пчеловод тоже. Ты тоже уже не белый, да? Рам с Италии. Что ты хочешь? Новый, как у тебя мини. Это тесты? Ну, нет этого. И нет. Это смотри, это будет явно хороший этот. Второй с глаза. Вот порт куда пустим. Все граняешь. Это, наверное, совсем здравствуйте, пальчики. Ребята, здесь зря смотрите сюда. Вот смотрите, вот видите, подошел пузатый. А что же пчеловод?
Да. Вот турфа наша делает. Вот такие фигуры портит. Они одного формата. А тоже это Катеринка и Уня, да. Что же твое это? Это рукамера. Рукамера. Они не вытираются. А ну, смотри, что это? Ну, ты же его лотовки. Да. Вон эфка-то. Тебе Павлик Нуров. Денис, как ваше путешествие по Молдове? Вам как, вы не жалеете, что мне, да, приехали? С вами? А я думал, вы со мной, а я, значит, с вами. А что, нет? Как тебе? Нравится. Крутяк? Нравится, да. И мне нравится, прикольно. Прикольные подставочки, да, такие? Да, да, да. Так, ну добренько. Сколько тут пчелосемей? Это больше. А сколько здесь пчелосемей? Сколько пчелосемей? Ваня, Ваня, сколько пчелосемей? Считай, ну примерно, плюс-минус. 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 Ну, на банку не надо, один. И подставка, и это. И ручки. Хоть фамилия Ищевич прямо. Да, и понес сразу, и подставка. 184. 180, ну. У нас плохо так, потому что украдут. Да, у нас схватил и побежал. Сразу. Нет, медведя, это они украдут. Да. И я видел, ребята, как медведи ломают. А чего больше, карники или карпатки? Да у меня СССР. СССР. Я понял. Что дают, то беру. Итальянка есть? Нет, вот что нету, нету. Вот чего нет, то обязательно. А мед качаете здесь или забираете? Идем туда, покажу, где подвал, там, ближе к бочке. Смотри, так на меня. У меня бардак. Творческий. Творческий, да, да. Заставил 184 улика и говорит бардак. В одном месте только. Да, в одном месте только, да. А, ну, не говори, что еще хотел сделать, там вообще стоят улики. Никто не делал обработку. Еще не качаны? В прошлом году он так говорит. Я это не качал. Это не качал. Это холодный. Ваня, где карпсаки уже? Идем покажу дома. Дома? Фордик вот такой для пасеки. Есть мерседесы. И другие. Короче, проблем у вас с охраной нету. Ну, я имею в виду с родителями. Ну, ты попробуй у него взять улик, что он потом тебе сделает. Ну, проблем можно, но нету. Причем вот там, где? Павлик Гисель ведет со мной? Да, у него на втором этаже пушка стоит. И он отсюда видит, там у него тоже здесь. Кинг-Конг 2. Скажите, он там или кто не полезет? Зачем? Кинг-Конг жив. Да. Жил и будет жить. Возрождение легенды. А что, блядь, Кинг-Конг жил, Кинг-Конг жив, Кинг-Конг будет. Не лазят у вас по ульям, да, зимой? Нет, никогда. А вон, брат, живет. Вот, я говорю, он оттуда видит, вон. У него пушка стоит на втором этаже там. Отстрел. Да. Вожу улики и подсолнухи. Вот этот за три
Мерседес. Для ульев, да, это для пчел. Приехали домой. Сразу видно, пчеловод. Вот у меня какой-то. Я шкаю. И закуска я. И закуска. Липа, липа. Липовые корпуса. Лет 8-10. Быстро, очень быстро. Вот у него. А, смотри, какое дно. Я тут думаю, что у вас такие руки большие? Не, ну он драть, я разве это он пункт, он драть, я разве это он пункт. Я тут смыли марки. Каким он залезал? Подбани, где у рамка? Да. Где? Кумная. Где у рамка? Ну, без вот этих всяких. Я что тоже думаю, то ли рутовские рамки, потому что как-то... А че шеи не креп, а все парки ушел? Тяжелые? Тяжелая, та другая липа там. Липа есть много. Нет, это тяжелая. Две рум пальбаню, рамка, голову, скарюсин. А почему ты считаешь? Две дырочки. Ну, спунника, ну, раз мы уйдем, ну, спунника. Не пойму. Он уже понял, что какой-то... 25-ка. Я ничего не говорю, только хотели... Тут-то... 30-ка, что ли? 30-ка, непонятно. 30-ка, да. Да там 25-ка боковая. О! Да, не ладно. О, с краской. А тебе дать кулак своего парафинать? Кулак. Маленький. Я туда загрыву. Я туда загрыву. Лифа, не лифа, зачем? Корпуса. Где моя Иванушва? Сироп? Да, да. Это как его? Да, как вертит. Так а чего вы меда? Берите, кушайте, не переживайте. Пчелок кушает и не умирает. Ты его разбавлял хотя бы, когда нет. Кормил? Или так давал? Так давал. Не разбавлял? Надо. Бэ, надо на базар вытащить одну клетку. Нет, продают уже. Прозрачная, да, нифига себе. Продают. Я видел, что продают. Как акация, да? Да. Денис, Денис, иди акации попробуй. Да можно и так, все пробуют так. Смотри, прозрачная как. Смотри, три бочки, залазишь и купайся. Акация, да, смотри, ух, красота. А ну, как тебе? Вот это шланг. Денис, прошел тест. Помнишь, это? Акатовый мед, а? Европа? Европа, он нашел вас будет на сухость надавать. Чили его реализацию. Ну, оно и то ватное будет, не надо. 10 пчел, не умирает ни одна. Полную кормушку, все, оттуда. Какой здесь процент сухого вещества? Не знаю. Я его покупал. Пойдем на следующий год. Килограмм или литр? Нет,
как же? Здесь алмарина. Не, это алкоголь алмарина. Да, у нас алмарина. Да. Как ты сделал? Что, этот? Не, не, этот. Так, пошел я до медогонки. Посмотрим на медогонку. Вот тоже медогонка. Ваня, Ваня, а? Ты подожди, сейчас сниму это, подожди. А, вот эти вот классные, то, что есть да. Ограничения. А у меня, получается, тоже стоит на у Бестара. И оно болтается. Сейчас он ее включит. И такой же компьютер, как у моей. Тоже редуктор. Да, да, да. Такой же посетитель, да. Чего? Если только ставишь сразу большая. Ты просил одну рамку там, да? И да. Сейчас будет танцевать она. Совсем? Это я поставил на большую скорость. Ну, ну диски девай свет нет. Так если диски девай, то пресса. Сын такой диски за... Ну-ну-ну. Скорость еще воды, вот эти ломки. Да в кулорик на мне. Ну, а я вам в дверь, я кача, ладенца межи его 90, это сейчас у него 180 оборотов в минуту идет. 180? Да, да. У них у всех стандарт. Холодно, да? Так, это у тебя гибрид бензин, а и прекрасный бензин. Ну, я вам скучно спала, то что я... Да, это с ускорить. Вот это с ускорить. Чем ты ему? Так и мед ваш. Мед, и оно осталось как будто... Там будто дрожжи были, там пена. Чего теми догон старый не воняет? Он у Гриши, да, нет, не воняет. Нет, я вытащил воду. Так там нет воды у Гриши, Гриши меда там. Мы тоже так, мы не моем. Опа. Иван, ты пропускаешь здесь самые... Да. Я ничего не пропускаю. Да. Цикл второй. Если что, я смонтирую. Вытащи трамп. Ай, давай. Все. Она пошла бы во вторую сторону. Иногда, знаешь, она крутится и забывает, что надо. Видишь, Иван, спрашиваешь, как мы корпуса снимаем. Вот как он сейчас рамку, быстро. Что там? Реакцию надо иметь. Да. Реакция будет здоров. Это, знаешь, запорожский Мерседес. Ну, опять же, тихо работает. Редуктор. Да, там редуктор тоже самый, как у них. Ну, здесь, видишь, рамка стоит вот так. Когда вытаскиваешь рамки, как будто высушил где-нибудь. И пластины сейчас поставим новые. Да. Не, легкие. И что не остается внутри? Все, она становится... Клеено. Не ломает, да? Нет, это... Нет, сейчас вот... Здесь кассеты видел какие? Ну, толстые. Сейчас... Нет. Вот видишь, вот эта штучка. Да. Смотри, кассеты как они. Видишь, я ставлю, смотри. Она идет ближе к этому, сюда. Все. А. Там нет ничего, видишь? Там пусто. То есть плечик вот этот... Плечик вот этот идет. Не убирает. И весь сот в сетку. Вот видишь, кассета вот прилипает вся вообще на... И ни на одной украинской медогонке вот этого нет. Вот это, там сетки не такие. Там из какого-то барахла делались. Ну, видишь, какие вот ставят внутри, они как будто шлифовочные. И не врезается сот. Вот. И они, когда они прилипают вот так, и никогда в жизни тебе как будет ломать? Или бери топор. Ну да, весь сот прижимается всей плоскостью. Да, да, да. Вот этот сот, когда вырежем мед, он да, выламывает. А как он проваливается, так он и сверху. Даже тоже. Пускай будет хоть и криво порезано, ничего страшного, можно только тоненькую, и пластины, все. Он никогда не ломает рамки. Денис, грузи медогонку. По сравнению с теми, что мы имеем, вот если брать по количеству рамок выкачанных, вот, скажем, за сезон, то очень большая разница. Две сразу, и эту, и ту. Наверное... Там не ломаешь? Нет. Это ломает намного меньше, если ломать, чем там. Но мы ее пробовали. Не сломать, да. А там идет. Там, если нехорошо стоит проволока, потому что она вот идет прогиба вырывает и за счет вибрации, да, вот она начинает вырывать. В этой проблемы нет. На теме медогонки наша самая большая проблема какая. Она такая рамка вот так. Лежа. Заходит. И мед должен выходить как бы. Вот этого пространства между ними. И когда получается одна, две рамки как бы наращиваем. И когда, как мы режем ножом, когда режешь станок имеет
трогая одну толщину. А нож один берет больше, один только меньше. И получается рамки у нас как бы разного размера. И когда ставишь две рамки плотные, хорошие, когда их съешь, здесь остается очень мало прохода для меда. Для меда. Это вытягивает в первую очередь. Отсюда ломает эти камни. Как остану рубь делов? Остану рубь, его осуществил. Расширяется. Это на рамке? Да. Это зато крыша уже готовая. Снимай. Это собачка. Унулиновая. Делали вот эти. Ой, тут рамки. Клеили их. Ага, да. Тут что делали? Тут клеят. Ага. Старые сразу на это. И рамки на такую печку зимой. Здесь теплая. Воздуходувка для пчел, не? А? Пчелы выдуваете или не? Да, и пчел можно выдувать все, что хочешь. Нет, то что... Это косилка. Не убирай. А там рамки. Кологан. Вот и там рамки у меня и здесь. Опа, дымарь. Это из Греции дымарь. Из Греции, еще с Румынии. О, рамки. Рамки наверху. Веревка повешивали здесь. Было вот здесь у меня. Здесь у меня склад. Это крыша, которая... Да, керосин. А, я тоже таким. Только крышка проблема. Все, стамески разные. Так, подвал. Склад, да? Ваня, подвал. Его в рукаву уже сгибали. А вот такой входим в подвал. О, подвал какой. Бабушка. Осторожно, осторожно. Дали вы тебя, да, Паша? Так. Так. Да, пластину видели, это ваше. Украинский. Он их держит, короче, когда они просят долго, он оттуда дает. Да, да. Что потом Одесса, да? Бешеный пчел. Не знаю, какие. Так я не знаю, что это за бешеный. Это украинская овощина? Да, я не знаю, такую тоже. У нас в Украине, знаете, сколько делают? А где написано? Бешеный пчел, это не на украинском написано. Да. Это не наше, но джилы. Это по Приднестровье. Скаженный бджол. А по-русски это, естественно, скаженный. Славный джин мы с вами. Вино. Пять пар. Вы хотите закусить день? Да. Вальцы хочу посмотреть. Ваня, закусь краном. Не вижу. Я думаю, не спиндер. Как китайцы... пишут, так это китайская овощина, никакая это не украинская. Так украинцы ему продали. Ну, продадут. Ваня, где забраковали? Делаем, где вино? Вино, вот вино. Это китайская овощина, не украинская. Нет, может вальца где-то. Нету вальца? Вальца номера вообще нет. Или подвальные. Ну, а подвальные, видишь, как называется, бешеные пчелы. Да. Там уже по-нормально написали бешеные пчелы, а не бешеный пчел. Бешеные пчелы. Вот и вырабатывают. Так написано. Вот, бешеные пчелы. Пчел. Желаю, чтобы все. Пчел. Что мы, не наши? Пчел. Не важно, не надо мне, чтобы украинский. Бешеный пчел. Это только китаец мог сказать. Да, бешеный пчел. Это как бешеный. Все, кино не будет.